Хей, hey, йогай, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру по названием Мертвый космос. Так, все настраиваем. Немножечко себе потише, чтобы не обсираться, как обычно. Так, а на чем мы хотя бы остановились? Вот это я на самом деле потерял мысль. Здесь у нас ничего по сути нету, да? Нового. Но у нас 48 тысяч, в принципе. У нас 8 узлов. Слушайте, а может давайте еще узел купим? А? Ну хотя бы до 10 узлов, чтобы у нас было. Так, я что-то припоминаю, мы хотели узлы потратить. Так, а в то я был? Который впереди меня. Походу оттуда мы с вами приехали. Нам нужно куда-то... наверх с помощью лифта поехать. Ладно, вперед. Главное не обосраться. И да, я переоделся. Так, этих мы ребят убивали. А что мы с вами прокачиваем? Вот это вот я не помню. Так, верстачок, привет. Так, броню мы с вами полностью прокачали. Так ведь? Да, на максимум. Плазменный резак я улучшил. И теперь мы лазерную винтовку прокачиваем с вами. Так, давайте... мина. Ну, блин, нужна мне эта мина вообще? Мне эта мина не нужна. Но мне нужен... А, это угол. Зеленая... А, и мина это все равно зеленая. Ну ладно. Нам все равно в ущерб идти. Хорошо, здесь мы с вами остановимся. Перезарядка. Ну, давайте, наверное, на резаке лучше что-то. Скорость. Перезарядка. Давайте вот эти две улучшу. И лазерная винтовка. Хотя можно и в это. Кинезис. Энергия. Да не, здесь я больше потрачу. Блять, чем ты нож чешется, ебаный в рот. Лазерная, лазерная. Перезарядку давайте еще лучше. Все. Дальше я вообще не знаю, на что тратить. Будем узлы, наверное, собирать просто для открытия дверей. Так, давай мне троечка. Хорошо. 9 патронов. Как это у нас сделано? Сделано вперед. Приятель, ты же у нас мертвенький, да? Да, ты мертвенький. Блять. Окей. По патронам. Короче, 100 этих и один магазинчик этих. Так, мы сюда еще с вами вообще не поднимались, поэтому нужно ожидать чего угодно, особенно от этих решеток. В восточной теплице обнаружена растительная аномалия. Хорошо. Особенно от этих решеток, потому что они просвечиваются. А если они просвечиваются, значит там может кто-то да и быть. Скорее всего, в следующий раз, когда я назад буду идти, когда до середины дойду, меня просто атакуют с разных сторон. Так, а вот это вот место немного большое. Так, как раз вентиляция. Магаз. Обнаружена опасная аномалия. Активирован режим карантина. Ну, о чем я и говорил. Долго не живем. Слышите, слышите? Ясно, нужно оружие побольше. Все. Ну, как бы он не сказал бы, что он быстрее перезаряжается, но эффективнее он перезаряжается.
Сняли карантин? Да, карантин сняли, значит... Ну, блядь, что вы из этих решеток? Ну, никто не выпрыгнул. Это что-то вне моего понимания. Особенно сколько здесь решеток. Тут целых две решетки. У-у-у, какие мне пулишки, пушки какие дают. Я внимательно смотрю за вами. Так, ну мне не наверх, поэтому идем сюда. Ага. Здорово, еще узел. Слышу еще одного типа. За этой дверью. Насколько здесь решетки, все беспалевное. Сколько хило. Ноль в... Блять! Врагов. Нахер. Так, а где ты хотя бы, приятель? Замена питающей системы. По идее, я тебя убил, да? Ну, это его только можно так убить. Давайте с другой стороны. У нас здесь два как бы варианта. Ну, кислорода у нас с вами до хера. Это мне страшно. Тезис. А. А нет, это снаружи. Это звук снаружи. Так. Три целых таких обоим. Ни хрена мне опять патронов надавали. Хотя это может быть просто эта тварь плюется, да и все. Но мне все равно кажется, что эти решетки будут в каком-то смысле активные. Не сюда, да? А не, мне выше. Так, стезис. Супер патроны и дохера бомб. Аудио сообщение. Простите, гидропоники, доктор Кросс, запись. Что-то нанесло сильный удар по корпусу в районе продовольственного склада. Это не астероид, не тот звук. Не знаю, что-то большое и массивное. Я сообщу, когда выясню больше. Так, у нас там есть подъем наверх, и можно поехать и выше. На выше там у нас, в принципе, ничего нету, только комната. Но я лучше за то, чтобы пойти просто сохраниться. О, здорово. Там возьмем. Сохранимся. Так, у нас же сейчас шестой, да, эпизод? Да, шестой, поэтому нормально. Угу. Короче, я снимаю только рубаш, ну, меняю, типа, одежду только через неделю, поэтому... Если вы видео, что... видите по видео, что... как бы уже третья или пятая неделя идет, то не обращайте внимания. Как я вам... Ой-ой. У меня воздух кончается, ах ты. Вонючка. Так, а сюда мне нужно... А, не, не нужно энергоблок. Угу, все, теперь мы идем к сохранялке. Отлично.
Решетки все равно не ломаются. Вот патроны, блин, меня забивается, у меня хилок много стало. Патронов уже опять сотка набивается. И очень мощные пушки до хера. Так, ну отсюда они не вылезут. Хотя... И не вылезут. Золотой полупроводник. О! Блядь! Я хотел тап нажать, посмотреть, алло! Отпусти! Отпусти! Фух. Не, я так подумал, ребят, погнали, я, наверное, продам что-то. Хотя магазин будет поблизости. Магазина вообще не будет. Я за то, чтобы сейчас немного вернуться обратно. А, именно в самое начало. Сохранялочки нашей. Чтобы я смог все сбагрить в магазин. В склад изначально. В склад. А там, если мы не будем ни на что тратить, можно будет и дальше скинуть. Пробегаем, если появятся враги, чтобы я их просто расстрелял с этой стороны. Мне, блин, все равно, зачем столько много там было бочек? Здоров, приятель. Блин, вот эти трупы меня все равно пугают. Типа, пускай я их лучше сломаю заново, чем если здесь будет опять этот заразитель. Заразители, они ж очень поврежденные трупы не трогают, поэтому как-то так. Так, магазин. Магазин, магазин. Рюкзак. Так, среднее переместить, малое переместить, золотой уголок продать, стазис продать, переместить, переместить, переместить. Или тоже переместить. Давайте вот этот, наверное, перемещу. И так будет. Так, что у нас по рюкзаку? Нужно мне две средние хилки? Я думаю, нет. Рюкзак. Переместить. Все. А теперь мы с вами бежим. Все, это дело мутить. Как раз сейчас еще к верстаку забежим. И все равно больше оружия покупать не собираюсь никакое. Поэтому давайте максить уже то, что у нас есть из оружия. Так, здесь урон везде прокачан. Скорострельность можно прокачать. Перезарядку можно. Угол. Что значит угол? Ну, мину, это мина, это херня. Хотя мина урон. Ладно, лазер. Так вот, все. Вот так вот, вот так вот. Жалко, что. Вот я мог их взломать. Ну, ладно. Не суть. Не суть. В следующий раз. В следующий раз, если что, побежим, просто продадим те шмотки, которые нам уже не нужны будут. И я куплю один узел, так уж и быть, для открытия, так уж и быть, открытие, так уж и быть, открытие этой двери, так уж и быть. Так уж быть, так уж быть. А ну-ка, напишите в комментарии, сколько я раз сказал, так уж быть. Считай с этим. Так уж быть. Водичка, водичка. В космосе не так же страшно, когда за тобой никто не бежит. Так, сохранимся, а то будем потом опять это пробегать, все бегать, делать. А, сохранить. Огородные вот эти луга. Так, здесь меня эта тварь споймала. Есть здесь очень отвратная зона перемещения. По сути, ходит так же, как, наверное, бегает. А, он даже не бегает.
Ой, тут темно. Ну, я думаю, тут все равно нет откуда нападать на меня. Этим некрам. Зараза. Здорово. Это Ауди? Ауди. Исполняющий обязанности главного инженера Темпл. Запись. Я пришел сюда за доктором Элизабет Кросс, но не нашел ее. Тут вообще никого нету. Лишь это органическое дерьмо повсюду. Попробую посмотреть на рудной платформе. Это единственное место, где я еще не был. Так, ладно. Сейчас будем с вами опять... А нет. Зона невесомости. Я подумал, сейчас будем заново эти открывать. Дырки. Что? Это просто взрывается, это херь. А, нет, там есть все равно. Ой, бля, оно там все под электричеством теперь. Окей. Поехали. Так, ты не ломаешься, да? Так, ну и понятно, что эта херь меня убьет. Так, оттуда я пришел, по сути. А, походу, у меня выбора нету. И так как мне предлагали стазис использовать, походу, это дело нужно делать со стазисом. Ну! А стазис... Он не прыгал! Почему он не мог прыгнуть там... По прямой он бы полетел, алло. Исполняющий обязанности главного инженера Темпл. Запись. Да-да. Я пришел сюда за доктором Элизабет Кросс, но не нашел ее. Тут вообще никого нет. Лишь это органическое дерьмо повсюду. Да-да. Попробую посмотреть на рудной платформе. Это единственное место, где я еще не был. Так, чик. 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 Как же тяжко вот так смотреть на все это дело. Тебе нормально? Эй! Очистится, ты сможешь... А, чё? Айзек, я читаю отчеты. В экипаже у всех начались массовые галлюцинации. И я видела своего брата на мониторе наблюдения. А это невозможно. Хорошо, у нас пошли галюники. Что еще вылетело? Я видел, что-то еще вылетело с врагом. А, ну теперь мы можем маленькую хилочку использовать, да? Хотя у нас еще целый этот. Все, возвращаемся. Это здесь проход, или мне туда все равно нужно ниши идти? Кто-то еще где-то базарит. А, мне только туда. Стоп.
Зона гравитации. По идее, все. Мне же сюда? Да, сюда. Так, куда мне вообще по карте посмотрим? Давайте. А, короче, мы походу с вами все отключили, то, что нам нужно. И мы возвращаемся. А пока будем возвращаться, вы помните, что нас там еще ждали решетки кое-какие. А еще снова через эту херь идти. Липучая месть. Пипец, это бактерии, да? Вот, представьте, вот дома. Это как плесень, в принципе. Это и есть плесень, считайте. Только живая плесень. Сделай нас единым, они мне твердят. А я не буду их делать едиными. Что, никто не хочет вылазить из коробок? Ничего себе. Из коробок в скобочках люков. Только херовина вот это плюется и все. Все равно не доверяю этому люку. Фаст, 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 фаст. Все? А я знал, что здесь кто-то может быть, только я думал, что они, конечно, с люков повлазят. Ну ладно, и так. О, кредиты. Да, я видел косарь. Я могу ими часами стреляться. Может, этот улучшить. Стазис нам стоит. Чик-чик-чик. Так, 40 тысяч. И трупов нет. Ладно, так уж и быть, погнали, купим один себе этот узел, посмотрим. Алек, где ты? Помоги мне. Сейчас мы тебе поможем. Готово. Так. По рюкзакам что у нас? Продать. И будет. Ну ладно, пускай будет. У меня все равно не full HP, поэтому мне придется потом отхилиться. По карте. Я еще не смотрел вот в нижний участок, там что-то длинненькое. Или там не был вообще сам по себе, просто... То, что светлое, там и были. А, точно, стоять. Узел. Я не забыл купить узел, сейчас быстро купим его, вернемся обратно. И посмотрим, стоит ли вообще его покупать. Ну, для того, чтобы открыть. Все потрачено. Ну, поехали глянем. Запомнили, мы с вами потратили 10 тысяч. 10 тысяч это много. Это очень много. Давай, приятель, надеюсь, ты мне оплатишь больше. Ну, в принципе... Так, смотрите, у нас плюс 5 тысяч, ладно. Две обоймы. Большая хилка. 1800. Ладно, ну, в принципе, такой полезности средние. Просто я посмотрел в другом прохождении, на самом деле. Еще в начале, когда смотрел, стоит вообще ли играть так, когда ссался, помните? Я посмотрел немного прохождений. И там челик открыл еще в самом начале, в тот заузел дверь. Где мы смотрели, где там три больших просто ящика стоит. И там такое дерьмо было, что я не знаю просто. Ладно, переместить.
перемещаем, все готово. Поэтому я и вот сам об этом и думал, что стоит ли покупать или нет. Продувка вентиляционной системы. Восстановление уровня кислорода и азота. Продуктовый склад открыт. Все, изи, погнали в продуктами. За продуктами с вами на складик. Ох ты ж, ёбаный в рот. А почему все по прямой? Хотя... Отсек гидропоники, доктор Кросс, запись. Это я, что такое? Я не могу поверить в то, что вижу. Это безумие. Нахрена себе. Полное безумие. Я отправлюсь к пробной платформе. Слышала, что туда направились все выжившие. Это... Джейкоб, я буду это ждать он. Тебя там. Интересно, что она там такое увидела. Там... Ренихилком. Слушайте, мне кажется, что мне не хватит 6 зарядов, хотя вам посрать. Неизвестный антиген введен в интеграционную систему. Попробуем. Умрем, умрем, не суть. Не суть важна. Черт, яд не подействовал. Он все еще дышит. Иди и прикончи его, пока он не разбил весь корабль. Он? Если смотреть, какой там объемный этот проход, то что там такое может быть? Это что, кишки крутятся? Зона невесомости. Ты же, блядь. Ланго. Ладно, плюс еще патроны. Это ж, блядь. Ох ты же, блядь. Ох ты же, блядь. Я вас понял, держу в курсе. Отлично. Воу-воу-воу! Воу-воу-воу-воу! Ладно, машину побольше пустим. Все? Кажется, я попал прямо ей в рот. На всякий случай. Хэммонд, ты слышишь? Уровень кислорода возвращается в норму. Черт! Что он не отвечает? Опять исчез. Я не вижу сигнала его Икса. Ни хрена себе. Придется выбираться самим. У меня есть идея, как убраться с корабля. Я обнаружила аварийный маяк на рудной платформе. Если ты сможешь спуститься и включить его, мы пошлем сигнал бедствия. Черт! Не знаю, сколько еще выдержит эта дверь. Я хилку использовал! Нет, я хилку использовал. Кью это хил. Кью это хил. О, стой, там еще что лежит. Ладно. Здорово. А тут смотри, а тут много что лежит, алло. Что? Ой, стоит побегать здесь, подождите. Я еще тут, может, я куплюсь по патронам. Ну, по сути, это был один из боссов, да?
А у нас, подожди, это один только, да, был босс, и все у нас? Или еще были какие-то боссы? Что я не припоминаю. Что у нас по рюкзаку? А у нас уже рюкзак, смотрите, аж сколько. Патронов, супер пушки патронов. Найс. Сходили, так сказать, на складик мы с вами. Зона гравитации. Странный складик. А, побежали. Ну хорошо, что он хотя бы щупальцами своими не в мою сторону бил. Это очень сильно радует. Походу, мне предлагают вернуться обратно. Так, ну в принципе, ребята, время у нас подошло к концу, и давайте я тогда сейчас быстро в складике все настрою себе. Да, все поскидываю, что мне не нужно. И будем, в принципе, заканчивать. Либо можно будет в следующей серии новую пушку какую-то купить, для, да и прокачать ее. Чем бы нет. Ладно, средние, большие аптечки перемещаем. Переместить, переместить. Отлично. Поэтому, ребята, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч. Всем пока.